Эпические приключения на Летиской тропе. Представьте. Ну давайте вернемся назад. Тестирую с рюкзака. Из этой воды 6 гаков какая-то. По 9. С водички 2 литра. Сейчас отойду на назад. Это наш третий раз. Бегу шагом. Итоговый вес рюкзака вышел 7 килограмм. Ну, что, собрался, полетел. План был такой. Прилетаю в Анталию, меняю деньги через Летим, гоню на автовокзал, оттуда в Фетхие, где закупаюсь газом и горелкой. Но все пошло не по плану. Прилетел в Анталию, чуть-чуть долго получал багаж, как короче говоря, разменял чуть-чуть евро, то что оказалось, допустим, чтобы даже через Летим снять, но нужен интернет. Интернет нет. А, блин, короче говоря, про роуминг не догадался. Ну, ладно, сейчас 600 автобус еще и до автовокзала еду. Оттуда в Фетхие. Короче говоря, в автобус не получилось дождаться, решили поехать на такси. Паспорт собралась. Еду до автовокзала и там на Фетхие. Ну что, сел в автобус и погнал в Фетхие. Задружился с Миленой, с Агнишкой. Вот. Ехать было 3,5 часа. Тормознули. Остановочки. Саптом из Темно. Все. 16:33. Приезжаем на автовокзал. Вход уже закрыт. Так, ну вот, иду по Турции. Короче, мне нужен торговый центр. Вот. Ну, короче, тут вот еще не нашел. Буду искать дальше. Коврик. Тут тяжелый. Продавец посоветовал магазин неподалеку. Сейчас сбегаю, может, открыт еще. Че, коврика не оказался, вот иду в центр. Искать там коврик. Ну, мне пенка нужна туристическая. Может быть, газ еще найду. Потом, наверное, на такси поеду. Что-то по времени вообще. И завтра тогда день отдыха устроить. Так, ну вот. Номер, в котором остановился. Ну, не считая, что тут по пару досок проваливается, надо менять. Так нормально. Ванная без горячей воды. Комнатка. Ну и вид. Да. На холмике, ну, сейчас нифига не видно. Сейчас вот бегу вверх. Any because say thanks. Yes. Okay. Very good. Yes. Go good luck. Good luck. Okay. Yes. Yes. Вот на хожусь у ребят в Могадзе, купил газ в Very say thanks. Thank you. Yeah, good. Good luck.